Объединить усилия в борьбе с терроризмом в Центральной Азии призвали ведущие эксперты стран региона. Государствам, по их мнению, следует разработать единую стратегию противодействия экстремизму. Эти и другие проблемные темы они подняли на встрече в Астане. В этой стране и существует ряд проблем, которые могут опять активизировать деятельность различных террористических и экстремистских организаций. Естественно, нестабильная пока ситуация в Афганистане имеет непосредственное влияние и на ситуацию в нашем регионе Центральной Азии. Прежде всего, я бы хотел сказать, что мы наблюдаем активизацию деятельности в странах Центральной Азии и террористических экстремистских организаций. Нам необходим механизм совместной деятельности вот именно правоохранительных и силовых структур. Особое внимание, считают эксперты, стоит также уделить вопросам кибер- и продовольственной безопасности в регионе. Необходимо задуматься и над реализацией новых экономических реформ. Нам важно в целом сейчас понять, какие нам нужны экономические реформы, модели, да, для того, чтобы трансформироваться к миру, который очень быстро меняется. У нас сейчас есть возможность не запрыгнуть условно последний вагон вот, технологического развития. Мы понимаем, что в регионе очень много проблем, которые мы можем решить только сообща. То есть те же водные проблемы, транзит. Туризм, развитие человеческого капитала – это только вместе. Эксперты говорят о том, что к 2050 году водостоки этих рек Амудари может сократиться на 15%, Сырдари – на 5%. В результате пострадает сельское хозяйство, скажется на производительности сельхозпродукции. А это, конечно же, сильно взаимосвязано и с проблемами продовольственной безопасности. Поэтому это такой колокол тревоги, который начинает стучать и который требует пристального внимания всех нас.